Секрет, о котором вы никому не скажете. Сегодня и в течение всей поездки я ощущаю атмосферу, которая царила во время освобождения. Атмосфера освобождения. Вот слова, которые приводят в восторг борцов за независимость Квебека. А в конце речи он практически совершает переворот. Вся Франция знает, видит, слышит, что здесь происходит. И от этого становится лучше. Да здравствует Монреаль! Да здравствует Квебек! Да здравствует свободный Квебек! Энтузиазм толпы не знает границ. Французский президент озвучил лозунг сепаратистов. Да здравствует свободный Квебек! С каждой речью позиция де Голля становилась все более явной. Его слова все больше намекали на независимость Квебека. Но никто и представить не мог, что он зайдет так далеко и скажет «Да здравствует свободный Квебек!».